У Гомельской области набирает обороты кампания по выборах депутата у Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания. По пошних даденных округовые выборчие комиссии зарегистрировали 37 инициативных групп. Сегодня же отбылось другое посяджение областной выборчей комиссии. Кроме организационных питаний, ее члены разглядели первый критичный зворот. Жыхар Гомельского района Ростислав Лобан звернулся в областную комиссию со скаргой на округовую выборчую комиссию Гомельской промысловой выборчей округи номер 35. Сутность звороту у тым, что у день регистрации его инициативной группы ее членам не выдали посведчені и подписные листы. Разглядевши все количности справы, областная комиссия не знайшла порушения у деньнях округовой комиссии. Згодно выборчему кодексу Беларуси, комиссии не обязаны выдавать посведчені менавіта у день регистрации инициативной группы и у полным праве зрабіць гэта на нас наступный працоўный день. Отзначим так само, что по апошніх звестках округовой выборчей комиссии поступило 56 зворотов об регистрации инициативных групп. 37 из них разгледжены и инициативные группы зарегистрованы. 26 представляет сегодня беспартийный блок, а 11 представляют 5 политических партий. 5 – объединенную гражданскую партию, 2 представителя представляют Коммунистическую партию Белоруссии, 2 – Либерально-демократическую партию, 1 – Белорусский народный фронт и 1 – Белорусскую партию зеленых. Процесс сегодня сбора подписей идет, проводятся пикеты, осуществляется подворный и поквартирный обход.